102-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Федор Владимирович Смородин из Усть-Джигуты. Именинника поздравили представители власти, казачества, ветеранской организации. Федор Владимирович в день своего рождения получил высшую государственную награду региона – орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Артур Мхсе побывал в гостях у фронтовика. В свои 102 года он все так же бодр духом и является примером для окружающих. Помнит многое из того, что довелось пережить. И готов рассказывать об этом заинтересованным слушателям. Когда немцы объявили война, нас, значит, всех направили на перевал. На перевале я был до января месяца. И потом, значит, нас опять всех связистов направили в Сухуми. Боевой путь 19-летнего на тот момент уроженца Усть-Джигуты Федора Смородина начался на Северном Кавказе, а завершился в 45-м в Австрии, в Вене. Ветеран Великой Отечественной войны имеет несколько боевых наград. А накануне очередного дня рождения Рашид Темрезов присвоил ему высшую государственную награду региона. Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой и поздравления передал зампред правительства Евгений Гордиенко. Татьяна. Еще раз поздравляю вас, Владимир. Дай Бог долго без жизни, чтобы вот так в кругу близких, в семье своей, вы радовались своим детям, внукам и их достижениям. Поздравили ветерана с днем рождения представители казачества, ветеранской организации, волонтеры и, разумеется, родственники. Мы много чего подчеркнули от него. Очень много у нас общего, много науки от него мы знаем. Большая, хорошая семья. Гордимся тем, что он у нас есть. Артур Мхсе, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигута.